Пиратский кораблик «Черная жемчужина». От меня до него расстояние сейчас, ну, километр с хвостиком точно. Вот. Для правдоподобности. Сегодня море успокоилось наконец-то совсем после тех волнений, которые были в понедельник, во вторник. Вчера еще чуть-чуть были волны. Сегодня море совсем спокойное. Виды просто обалденные. Как он красиво плывет. А что он тут разворачивается? Я думал, он уже уходит совсем, этот пиратский кораблик. Не он. Вот с этого бока я его еще не снимал. Тем более, ой, такой красавчик. Сейчас мы его запечатлеем на память. Красивый кораблик. Красивый кораблик. Красивый кораблик. Со стороны смотрится просто обалденно. Как раз я сейчас читаю, можно сказать, это не повесть, это роман молдавской писательницы
Натальи Асаяну «Дети шторма» о пиратах. И вот что-то сразу вспомнилось, такая классная вещь, этот корабль. Такая классная вещь, обалдеть. Как раз под мотив вот этого романа. Класс. И народ гуляет, плавает, загорает, обгорает. A few moments later. А теперь, чтобы вам было известно о возможностях вот этой вот фотокамеры, на которую я снимаю вот эти вот три парусника. Идем в обратную. Поехали. Расстояние до этих парусников у нас, ну, если брать в километрах, то километра может быть 4. 4, может быть, 3,5, где-то так. Вот еще раз о возможностях фотокамеры Canon. Режим стабилизатор картинки сейчас. Увеличение 140 крат. Хорошая вещь. А вот здесь нам нужен штатив, потому что удержать камеру, чтобы она держала ровную картинку, очень сложно. Это у нас так парусник проплывает. До парусника отсюда с берега где-то, да, примерно 3-4 километра. А вот тот катер или яхта стоит еще дальше. Это получается
Ну, не знаю. Минимум. Минимум 8 миль. 8 миль это примерно 14 километров. Проходите быстрее, люди, блин. Что там у нас? Палка, блин. А, там же катер ушел. Ёлки-палки, ладно. Ну вот. Вот он, катер где-то. Вот он. Или то яхта, я не знаю, что это. Поплыли, мы поплыли. А ну давай. О, есть, отлично. Красиво идет. Еще один красиво плывет. Упал. Ёлки-палки. А я только начал его снимать. Вон там много красивых парусников. Сейчас мы их приблизим.
висят как две морковки, блин, вареных, блин. До него километров, ну, километров 10 будет точно того кораблика. Точно это столько будет. Вот. Класс. Класс.